Я занимаюсь психологическим консультированием, а также провожу тренинги. Я тренер по продажам Дмитрий Ткаченко. Я работаю в нише психологии, эзотерики и бизнес-стратегии. Продукт, который выйдет этим летом для парикмахеров. Там будет все о парикмахерском искусстве, теория, практика, лекции. Я записывал приглашение на свой тренинг. Сегодня здесь я записывала презентационный ролик для своего сайта. Сегодня я открыл для себя классную штуку. Это видеодоска, которую можно круто использовать для проведения вебинаров, мастер-классов и записи учебных курсов. Вот это потрясающий, просто потрясающий инструмент. Работа с доской произвела просто какое-то потрясающее впечатление. Я, в общем-то, мне даже не с чем сравнить. Это было очень круто. Мы получили столько удовольствия от использования видеодоски и студии. Было очень комфортно. Тут фишка в том, что вы все делаете в режиме реального времени. Было просто потрясающе. Съемка ведется на две камеры. А все понятно. То есть можно рисовать, можно перелистывать слайды. Слайды полупрозрачные, можно показывать даже, как что-то объяснять по картинке. Шах-шах-шах. Мне предложили здесь, ну такого я даже не ожидала. Это следующий блог, который мы будем снимать и для парикмахеров, и для руководителей, конечно же, мы будем снимать тут, потому что без этого сервиса я даже уже не понимаю, как снимать. Сразу после того, как вы заканчиваете говорить, ваше видео уже готово. Функционала нет нигде, но в России точно. Настоятельно рекомендую. Вот все вот круто. Действительно потрясающий инструмент, за ним будущее. То есть я в полном восторге, всем советую. И, конечно же, это самая невероятная подача, которую мы могли использовать, смотрится очень круто. Вы получите много интересного, полезного опыта. Здорово. Создавайте такие невероятные вещи. Я не понимаю, почему вы еще думаете.